вот мы пришли к женщине, которой дом было попадание. Ну, тут все вынесено. Тут попадание было в крышу. И окна. Да, вот, дорогие друзья, мы видим, в эту крышу было попадание. Это барак, который на два хозяина. Сколько? На два хозяина, да, дом? На четыре. На четыре, да? Там до соседа тоже крышу раз, окна он повыбивал. Так. Но ему не просто это, за мной волнует. А мне что-то... Мы приехали к одинокой пожилой женщине, которая пережила сильнейшие обстрелы. Вот в этот подвал она пряталась. И приехали не с пустыми руками, а привезли ей немножко продукта, вот наш продуктовый набор. Благодаря одной женщине из Германии, Илоне Грибозер, ее семье. Дело в том, что она осталась совершенно одна. Муж ее погиб еще давно, да? В 2003 году. В 2003 году он был дальнобойщиком. Детей, к сожалению, у женщины нет. Не вышло так, что она смогла выносить детей. И на старость лет она осталась одна. И помощи практически ждать нет. Инвалид по зрению, да? Один глаз вообще не видит, а второй... Так здесь люди пытаются выжить. И только, дорогие друзья, благодаря вашей помощи они выживают. Да, спасибо таким людям, что есть такие люди. Спасибо, помогают. Друзья, вам. Это только вам адресую эти слова благодарность, потому что без вас... Потому что пойдешь сюда, и... полком, я уже не могу ходить. Не могу, честно. Денег нету, если Россия даст денег, будем что-то делать. Это я что? Я что, сама его разбомбила? Скажите, у меня квартира была, было все в квартире. Сейчас ничего, все поразлеталось. Все. Как им? Я не знаю, как выживать, понимаете? Ужас. Вот вы все слышали своими словами, что бюрократизм у нас в республике, конечно, процветает большими масштабами. Я хочу сказать, что было вообще, а сейчас еще хуже. Может, не стоит так говорить, но для меня, да. Я не боюсь ничего, чтобы говорить правду. Я говорю правду. И мне не за что переживать, я ж не от себя выдумал. И вы не от себя выдумали. Вы обращались, вам не помогают. Но есть другие люди, которые откликаются на помощь и беду, и горе чужих людей, и помогают. Спасибо вам, друзья, спасибо, Илона. Спасибо. И низкий вам поклон. Спасибо вам большое, да, что помогаете людям. Не то, что...